Рекламный хаос, благоустройство города и подготовка к отопительному сезону стали основными темами планерки в столичной администрации. С подробностями Родион Архипов. На отдельных фасадах зданий столицы Чувашии довольно часто встречаются хаотично размещенные рекламные вывески. Это нарушает внешний вид улиц, целостность композиции и отделки фасадов. Отдельные здания даже потеряли задуманный архитектурный образ, уверены специалисты городской администрации. Хорошо бы исправить ситуацию, да только нет документа, регламентирующего порядок размещения рекламных конструкций. А следовательно, отсутствуют способы административного воздействия за самовольную установку и нарушение внешнего вида города. Однако есть поручение Минстроя России, требующее навести, наконец, порядок в этой сфере до конца текущего года. Было поручено организовать работу, направленную на избавление городской среды от визуального мусора. Необходимо в срок до конца 2017 года разработать местные регламенты и нормы, четко определяющие правила размещения вывесок. Установившаяся, наконец, летняя погода подарила людям и хорошее настроение. Однако его жителям и гостям столицы Чувашии чуть было не испортил неприятный запах, витавший в воздухе. Пока причина точно не установлена, но глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков, воспользовавшись поводом, обратил внимание представителей столичных служб и на ситуацию с мусором на территории Чебоксарского пляжа. Со стороны очистных сооружений мы поставили несколько скамеек. Говорили о том, что там должны стоять урны. Вот этих урн нет. Тысячи людей ходят на центральный пляж. Запах стоит у санузла. Ну что, не вывозят своевременно? Что-то бумага есть? Нет. Запах стоит, значит, не своевременно увозят. Прошу обратить на это внимание. В Чебоксарах полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Соответственно, увеличивается количество плановых отключений инженерного оборудования. Жилой фонд подготовлен на 64%. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на 54%. Время идет, так что ремонтные работы необходимо ускорить, подчеркнул глава администрации города. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика.